Так задорно с песнями и флагами прошел барнаульский автопробег «Русская весна» в честь годовщины присоединения Крыма к России. 10 лет назад полуостров снова стал частью нашей страны. Барнаульские автолюбители не могли оставить такое событие без внимания. В автопробеге приняли участие 15 автомобилей. Участники стартовали от площади Свободы. Далее машины двигались по проспекту Ленина до площади Октября. А после проезда по проспектам Строителей и Красноармейскому вернулись на исходную точку – площадь Свободы. Для некоторых подобные автовылазки уже традиция. Участвую во всех пробегах. На 9 мая, на День Победы, уже лет 12, мы, наверное, у меня есть ретро-машина, на которой я постоянно езжу. Еще ездим везде. Выступаем где-нибудь, реконструкцией занимаемся, в общем. Я считаю, это патриотизм. Это не просто, это что-то должно от сердца исходить, наверное. Не просто так, что придумали и поехали. По случаю десятилетия «Русской весны» только в Барнауле прошло свыше 30 мероприятий. Школьникам на уроках рассказывали об исторических взаимоотношениях полуострова и России. Депутаты молодежного парламента на улице раздавали информационные листовки и ленточки с триколором. Наша кровинушка – Крым. И все. И теперь мы вместе, единая семья. Во-первых, это было посвящено трассе Таврида, чтобы построить Крымский мост. И все это едино. Вот. И они с нами, мы с ними. Данил Кузнецов, «День с толком».